Всем привет, дорогие друзья! У нас очередной лив. И вот я обещанный вид из окна днем. Вот так вот у меня все красиво на 28 этаже. Но этот лив не об этом. Мы встретились со Шулей. Она приехала ко мне сегодня с утра, и вот она. Па-пам! Вот с этой девушкой мы уже знакомы сколько лет? Лет пять. Мы проживаем в разных городах. Сашуля у нас из Казани. Познакомились мы с ней в интернете. Где? На форуме где-то, да, на каком-то, нет? В блоге мы познакомились. Я тебе какую-то книжку покупала. Я писала, давайте соберемся. Да, давайте соберем. Нет, я искала, я ничего не продавала. Складчину. Я искала, короче, что-то хотела купить, какую-то книгу, и искала народ, чтобы поделить деньги, короче, на всех, ну, чтобы подешевле купить. Да. Я еще тогда не знала про складчины. Тогда складчины не было. Не пали. Вот, в общем, начали переписываться, нашли, что у нас очень много общего. И вот с тех пор общаемся, это, наверное, самая моя близкая подруга, потому что этот человек знает обо мне больше, чем кто-либо другой, наверное, почти все, что знаю я. Вот мы постоянно общаемся в интернете, несмотря на то, что мы живем в разных городах, и периодически раз в два... Раз в два года. Видимся. Вот я приехала в Москву, и Сашуля узнала, что я буду тут, и схватила билеты. Да, на первый попавшийся поезд. Двухэтажный. Расскажи про двухэтажный поезд. Про него нечего рассказывать, его надо видеть. На нем надо ездить, да. Если ехать в Москву из Казани, то лучше на двухэтажном поезде. Потому что он удобный, он классный и он чистый. Самый главный. Вот, так что вот рекомендация. Сушля привезла мне подарочки. Гостинички. Вот такой вот. Расскажи, что это? Конфеты. Это какие-то. Я пытаюсь прочитать, что это такое. Кокосовые конфеты, да, с тайской кокосовые дыней. Кокосовые какие-то конфеты, типа вегетарианские, без всяких бесполезных. Вкусно, натурально, этих, полезно. Все натуральное, все полезное, да. И чай из Кавказских гор. Так, теперь ты что-нибудь поболтай, вот только не нажми вот на эту кнопку, держи. А если нажму? Оно в видео отключится. Ты что-нибудь расскажи, я теперь тоже тебе подарочек. Я не знаю, что рассказать. В Москве очень холодно. Как тебе в Москве? И еще камера темная. Не знаю, в Москве каждый раз по-разному. Сколько ни приезжаю, все время что-то. Я перебираю у тебя палку. Перенимаю. А это тебе гостинчик. Ой, спасибо. Распаковка. Вот это вот больше всего люблю. Кедровые орешки. Кедровые орешки, да. Орешки мягкие, но они немножко полежали, могут там быть уже подпорченные. А шишки, скорее всего, тебе их надо кипятком залить, они, наверное, уже такие подсохли. Она их коллекционирует. Я ей высылала шишки, она их не ест и коллекционирует. Я их нюхаю. Они пахнут вкусно. Скрывай. Прикольно. Снежный шар из Парижа. Это как на картинке. Да, это оно, да. Я купила 3 шара, я не говорила, чтобы Саша не узнала, потому что она мониторит меня. Фолловер мой. Вот, я купила 2 шара таких мамам и вот Сашуле 1. Ну слушай, теперь точно можно сделать видюшку с музыкой. Теперь твоя очередь. Как разобраться, как это делается? Я так и не разобралась, как это делается. Рад как ребёнок. Ну, это же классно. Это же классно. Все, Саша впала в гипнотический транс. У нас сегодня такие планы. Мы хотим позавтракать, потом я поеду на занятия. Разделимся на почти весь день. К сожалению, Саша только на день приехала. Угу. Вредюшка. Вот. И вечером после занятия она меня встречает, и мы пойдем в какое-нибудь кафе и поснимаем, наверное. Еду. Рекламируйся в Инстаграм. Я не буду. В общем, мы пойдем делать фото еды для Инстаграма.
потому что не запостишь, не поешь. Да. Ты всегда фотографируешь то, что ешь? Да. Часто я слышу такой вопрос. Вот. Ну что, будем прощаться, наверное, да? Будем собираться на завтрак. Да, мы сейчас пойдем, наверное, в шоколадницу. Тут рядом есть шоколадница. Так что всем приятного аппетита. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Хорошего дня. Хорошего дня. Увидимся вечером. Пока-пока.